Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original, ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor, sigan estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha, hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos, elijan el idioma. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse a este canal. ¡Que disfruten del cine ruso! На заре ты ходил по росе утром ранним, ветер странствий сбивал тебя с ног. Был как солнце чужой, когда ранен, и не знал всех значений дорог, и не знал, что путь так далек. А дорога вела от порога, шелковистой была, а порою была словно зверь. И ломалась и гнулась дорога, и кричала мне эхо: не верь в тишину, ты эту не верь. А зори здесь тихие, тихие, пинтами туманов покрытые, озера багрянцем горят. А зори здесь тихие, тихие, как яблони соком налитые, и солнце, как в лапах шмеля. Может, зря сидим. Может, и зря. Однако не думаю, если ты только этих фрицев с пеньками не спутала. Вы бы поспали, товарищ старшина. Я на зорьке разбужу. Да погоди ты со сном, Сянин. Мы ведь не понимаешь ли вечный сон, если фрицев провороним. Так, а может, и не спят сейчас, Федот Евграфович? Спят. Ну да. Люди жаль. Сами говорили, Синюхина гряда — единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им... Погоди, Есенина. Погоди. Полста верст. Это ж точно. Да по незнакомой местности, до каждого куста пугаюсь. Да
так мыслю. Так, товарищ старшина. А коли так, то могли они свободное дело и отдыхать, завалиться. В буреломе где-нибудь. И спать будут до солнышка. Закурим, товарищ Гитар. Я не курю. Да. Это как-то насчет того, что они тоже люди. Как-то я недопонял. Правильно подсказал. Отдыхать должны. Я не хочу спать. Алла. Ноги вытяни. Не бойся, гудят с непривычки. Пойду в позицию, я смотрю. Чего, чего? А привычка имеется. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющий год, безумие ли вас, надежда ли есть? От ней войны, от ней свободы. Кому читаешь? Кому читаешь, спрашиваю? Никому, себе. А что в голос-то? Так и стихи. Глаза портишь. Светло, товарищ старшина. Да я вообще. Из-за этого на камнях-то не сиди. Я сыну скоро начну с тебя тепло тянуть. Ты не заметишь. Шинельку постилай. Хорошо, товарищ старшина, спасибо. Около все-таки не читай. Вечеру тут воздух плотный, сырой. А зори здесь тихие. Слышно аж за 5 верст. Поглядывай. Поглядывай, Борис Гурович. Отправляемся сейчас. Я боялся, что вы не придете. Костя. Я так давно хотел вам сказать, Соня. По машинам! Я лучше вам напишу. Вот. Это блок. Я там заложил, вы увидите. До свидания, Соня. Я обязательно вам напишу. Соня так и не дождалась его письма. Он погиб в конце октября вместе со всей своей ротой в составе одной из московских дивизий народного ополчения
в окружении под Вязьмой. Ну что, Бричкина? Ничего не заметила? Пока тихо. А ты все примечай. Кусты не шевелятся ли? Угу. Птицы не шебуршатся ли? Человек лесной, все понимаешь? Понимаю. Что из-за это? Композит работала? Да нет. Больше отцу помогала. Он лесник. На кордоне мы жили. Угу. Ты вот крякаешь хорошо. Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлёшь ты мне привет, а? Что ж ты дролю не поешь, аль твой дролю не пригушь? Какая припевка в наших краях есть? А у нас пели. Позже споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем. Честное слово? Ну, сказал же. Глядите, товарищ старшина. Обещались. Крашеные поди. Свои. Растрепанные я. Ничего, ничего. Управляйся. Товарищ старшина, а вы женат? Ну, женат. Боец Камелькова. А где ваша жена? Ну, известно где. Дома. А дети есть? Дети. Был мальчонка. Как был? Помер. Аккурат перед войной. Умер? Умерла маманя. Жена нас бросила. Ты чего скукожилась, товарищ боец? Холодно. Так. Да не рвись ты, лоб давай. О. Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь? Вот оно, болотце-то. Вот он, сапог потерянный. Так примешь, разбавить. А что это? Микстура. Держи. Микстура. Спирт. Ну, спирт, ну. Что вы... Я не буду. Приказываю принять. И воды сразу. Что в самом деле? У меня мама медицинский работник. Нету мамы. Война есть. И немцы есть. Мама у тебя будет, кто войну переживет. Ясно говорю. Пей! Не дыши. Давай. У меня что-то голова побежала. Ничего, завтра догонишь. Отдыхай, товарищ боец. А как же вы? Без шинели-то? Не боюсь, я здоровый. Выздоровей ты к завтраму. Очень тебя прошу. Выздоровей.
Сороки беловоки шабаша царита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе гости. Давай, Сянина. Поднимай бойцов. Мигом. Но скрытно, чтоб не звука. Есть. Я переводчик ко мне. Здравствуйте, товарищ старшина. Здорово. Как там четвертака-то? Спит. Будить не стали. Правильное решение. Будь рядом для связи. Так не высовывайся. Не высунусь. Ну, давайте. Идите. Двое было. Было. Значит, те двое, это только их дозор был. Курич, давай в цепь. Бричкину ко мне пришлешь. Скрытно, что? Скрытно. Ага. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем, поняла? Давай. Держи Бричкина. Это же даже хорошо, что 16 их, а не двое. Двоих поди найди в лесу, тут вон они. Дорогу назад хорошо помнишь? Ага, товарищ старшина. Гляди, левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, а пушкой держись вдоль озера. Там, где мы хворост рубили. Молодец, девка. Оттуда иди к протоке, не собьешься. Да знаю я, товарищ старшина. Подожди, не гоношись, Лизавета. Главное дело болото, бродок узкий. Влево-вправо трясина. Ориентир береза. С нее на две сосны, что на острове. Там отдышись малость, сразу не лезь. Так, винтовку, разгрузку, вещмешок, обвеску все оставь, налеги, дай. Доложки, Лена, обстановку. А мы за фрицев покружим маленько. Но долго не продержимся, сама понимаешь. Значит, мне сейчас идти? Да. Слегу не забудь, перед болотом. Побежала я. Да, Елизавета Батьковна. Девчат, дела. Плохо. Стало быть, 16 их. 16 автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя. А будут они здесь часа через полтора-два. Так надо считать. Ну ты как? Ничего. Я спала хорошо. Бричкину я в расположение послал. На помощь можно только к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели мы в бой вяжемся, нам не продержаться.
ни на каких позициях не подержаться. Так что же мы смотреть будем, как они мимо пройдут? Пропустить их тут нельзя напрямик через гряду. Надо с пути сбить. Закружить надо в обход. Вокруг Легонтова озера направить. А как? Как? Конечно, не для боя немцы все разобрались. Шли глухоманию. Осторожно, чтобы тихо просочиться. Значит, надо, чтобы они нас увидели. А мы их не заметили, что ли? Тогда, возможно, дело, отошли бы в другом месте, попробовали бы. А другое место вокруг Легонтова озера, сутки ходьбы. Однако, кого я им покажу? Вас? И себя самолично. Ну, задержатся, ну, разведку вышат. Пойму, что у нас в заслоне в этом ровно пятеро. Если за час-полтора ничего другого не придумаем. Если они на лесорубов наткнутся. Да какие лесорубы? Война ведь леса пустые стоят, сами видели. Так нынче и бабы лес валят. Бабы. А верно. Лесорубы-то они побригадно работают. Ищи их там в глухоте. Всех одним выстрелом не снимешь. Одного проглядишь. Все сообщат, куда надо. А девчата. Орловы у меня. Ярником расчучу. Вы, девоньки, возможное дело, уйти успеете. Стоять! Рая, Вера, идите купаться. Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ну, не хотите? Как хотите. Это будет. Иду, иду. Ну ты где? Слышь, работать кто будет, говорю. А ну-ка, иди сюда. Вылезай. Ах ты. Из района звонили, сейчас машина придет. Хорош, близко отсюда, вылезай, говорю.
Ну-ка, вылезай давай. Вылезай, ну-ка. Вылезай. Вылезай, Гоня. Ну-ка, ну-ка, давай руку. Ну-ка, руку давай. Давай, давай, давай. А ну-ка. Вылезай, вылезай. Вылезай, хватит с огнем играть, я сказал. А ну-ка, давай, давай, пошла. Давай. Все теперь. Теперь все, девчата. Теперь они никуда не денутся. Если Брючкина, конечно, вовремя прибежит. Прибежит. Она быстрая. Ну вот и давайте за это дело. По маленькой. За ее быстрые ноги, да за ваши светлые головы. Человек. Часовых двое. Значит, все здесь. Двое. Разведку пошли. Вдоль озера. Мы долго встали. Коль сушиться развесились. Thank you.
самое время нам расположение менять, Маргарита. Я тут по скалам еще поползаю, смотрюсь, отойду за бойцами и к тому валуну на запасной позиции. Иди. Чтобы тихо. Поняла. А, да. Я там табак свой выложил сушить. Захватить будет другом. Да и вещички, соответственно. Принесу Федот, я в крафте. Кисет принесла? Забыла. Федот Евграфович Мельники. Ну, ладно, чего уж. Махорка имеется. Сидор-то мой не забыли случаем? Я принесу. Я знаю, где он лежит. Куда? Боец Курвич! Товарищ переводчик! Вроде Курвич крикнула. Показалось? Камелькова за мной. Остальным здесь ждать. Камелькова! За мной! Клевом не крикнешь. Нет, не крикнешь. Отдышись. Тут нет они. Thank you.
Молодец, Камелькова. Благодарность тебе. Объявляю. Ну вот. На двоих, значит, их меньше стало. Уйдите. Тут привыкнуть надо, Женя. Душой зачерстветь. Тут и здоровенные мужики тяжко мучаются. По первому телу. И одно пойми. Не люди это. Не человеки, не звери даже. А фашисты. Вот и гляди, соответственно. Стоять. Товарищ полковник, доставили задержанную. Кто такая? Да кто его знает? Может, шпионка, а может... Сама найдешь? Ступай. Так, Соня, приходите. Туда, значит. Долго там не мешкайте. Переживайте, после будем. Истерик тут. Отличница была. Круглая отличница. И в школе, и в университете. Да. Стихи читала. А главное, детишек нарожала бы. Те своих. И те тоже. Вот не будет теперь. Ниточки этой перерезали. На карте отметим. А после войны памятник поставим. Зачем вы это делаете? Затем, что у нас боец босой. Я не надену. Не в цацки играем, девоньки. На войне только один закон, о живых думать нужно. Обувайся, приказываю. Ну нельзя так. У меня мама медицинский работник. Хватит врать. Нет у тебя мамы. Никогда не было. Документы я твои читала. Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать. Ну зачем ты так? Ну зачем? Нам без злобы надо. А то остервенеем все. Как немцы остервенеем.
Даля моя! Даля! 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 Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты признала, что нет любви. Мне немного вгрустнуло, тоски без печали. В этот час прозвучали слова твои. Из автомата стреляла когда? Из нашего только. Лена, не стреляй. Вверх задирает. Коротко бей. Угу.